Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео покажу, как проверить регистрацию в визовом центре Польши в городе Киев. Итак, для этого нам необходимо зайти на сайт polandvisa-ukrainian.com, зайти на главную страницу сайта, убедиться, что мы на главной странице. Затем опуститься немного ниже, и здесь есть слайд. Нажимайте на него, переходим на следующий пункт. Ну, либо здесь нажать «Процесс подачи заявы». Ну, то есть на главной странице есть раздел «Процесс подачи заявы». Можно нажать на него, тоже зайти в этот раздел. Далее мы опускаемся немного ниже и находим раздел «Процедура регистрации до ППВА Киева». Открываем его. Тут пошагово указана инструкция, как проходит регистрация. Нам нужно опуститься до третьего пункта и здесь пройти по этой ссылке. Здесь мы переходим на сайт VFS Global. Сейчас подгружается. Итак, есть, открылся. Так, здесь нам просят, чтобы мы ввели регистрационный номер. Что такое регистрационный номер? Когда вы оплачивали квитанцию в банке, вам выдали, ну, собственно, квитанцию, вам выдали чек. На этом чеке есть этот номер. Вот я заранее подготовил, выписал его. Копируем. Ну и паспорт, номер. Копируем. Нажимаю кнопочку «Я не робот», разгадываем капчу и нажимаем «Проверить». Вот таким образом здесь все данные заявителя. Вот. И здесь будет указано, на какую дату у вас назначена подача документов. Ну, на данный момент эти данные являются, то есть, уже просроченными. Соответственно, здесь указано, документы поданы на подставе указанного кода по номеру паспорта. То есть это означает, что документы уже человек подал. Когда будет указано, допустим, тут может указано быть, что с вами свяжется оператор, ожидаете каких-то номеров звонка. И здесь будет указана дата, на какую вам зарегистрирована система. Но пока вам оператор не подтвердит эту дату, она вами не будет забронирована. Вот, в принципе, все. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Также буду видеть рад вас на своем сайте visapolsha.kyiv.ua, где я помогаю людям выезжать в Польшу и отвечаю с удовольствием на все вопросы. Все вопросы можете оставлять ниже в комментариях, либо пишите в мой чат. Всем спасибо за внимание. Хорошей поездки.